Это у нас кто? Kia Spectra. Вот тут вот такой вот дефект. У нас на машинке. Сейчас будем пытаться его сделать. Но опять же, это без покраска под покраску. Тут, короче, вот такая вмятина. Как говорит хозяин, отскочил камушек. Скорее всего, каменюка большая. И вот так все повредило. Ну что, для начала, наверное, надо полирнуть, обезжирить. Мы тут машинку вот подмыли. С нее вон еще капельки летят. И попытаться подвыдавить. То есть это как бы не в идеал тут будет, потому что краска повреждена. Ну, затачковать и как бы на этом все. Но вопрос в том, что как мы сюда подлезем, не подлезем. Есть тут доступ или нет? Вот в чем вопрос. Чтобы не разбирать, допустим, не снимать стекло, не снимать дверь, понятно. Если разобрать дверь, положить на стол, то ей деваться будет некуда. Ну что ж, вот мы расширили, вот палец проходит. Сейчас попытаемся понянчить крючочком, ставить лампочку и, глядишь, что-нибудь нам улыбнется. Тут усилитель я уже, как говорится, прощупал, вот здесь вот идет, чуть ниже. Надеюсь, что тут доступ будет свободный. Но тут у нас ребрышко практически на ребре. Ну ничего, посмотрим, что будет. Вот она у нас вмятинка. Она еще чуть тут, ну это мелочи. Вот таким крючком спокойно мы сюда добираемся. И можно ковыряться. Никаких проблем не вижу. Ну вот так вот мы наковыряли. Вот закрасили. А что делать? Ну, хозяину нравится. Главное, чтобы человеку нравилось.